Актриса Нина Русланова срочно госпитализирована. По предварительным данным, накануне Русланова упала в своей квартире и получила сильный ушиб головы. В этот момент 72-летняя актриса была дома не одна, поэтому родственники быстро вызвали медиков. Врачи поставили диагноз – открытая рана волосистой части головы. Сегодня утром Русланову отпустили домой. К слову, точная дата рождения артистки неизвестна. Двухмесячную девочку нашли в феврале 46-го в городе Богодухов, Харьковской области. По предположениям, Нина Русланова родилась в декабре 45-го, а дату рождения она выбрала сама себе уже позднее, когда получала паспорт. Актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Завтра была война» и многие-многие другие. Пожелаем же народной любимице скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!